Вот сегодня у нас Крещение Господня, 19 января 2024 год. Вот брат Сергей раздает Евангелие Красное. Да, я думаю, я еще по благословению патриарха. Соседям дам. Ага. Бог помощь вам. Спасибо, ага. Там мне монастырь. Бесплатное Евангелие раздаем. Возьмите, есть у вас дома? А у меня есть такое. А у вас? По благословению патриарх. Евангелие. Евангелие. Четвертое Евангелие. Платное? Нет, это бесплатно. То есть они же бесплатные. Две штуки такие. Да, да. Возьмите. Все, слава Богу. Святое Евангелие возьмете? А, есть у вас дома? У меня есть. Есть, да? Такие давали. Все, понял. Читайте. На, держи. Фотографии только надо будет еще сделать. Надо и... сразу сделать, а то раздадим. Сбежали. Так просто не поймаешь рыбку. Сеть не закинешь евангельскую. Так просто. А потом подумал, нет, 119. Помоги вам. Бог вам здоровья, здоровья. Помоги вам спастись. Душе ваше. Брат Сергей раздает Евангелие Святое. Это мы тут находимся на речном вокзале. Вот. Уже желающие покупаться. Тут МЧС подъехали. Тоже смотрят за порядком. Ничего не случилось. Святое Евангелие в подарок. Есть. Возьмите, подарок есть, да? Вот тоже есть другие ловцы душ. Миру. Ну что, еще будем или пойдем уже? Ну все, слава Богу. Аллилуйя.